Всем привет! Сегодня середина ноября месяца. Мы ремонтируем технику. Это для слух народа. Там Шевроле, Мерседесы, Ауди. А у нас вот такая вот ХВЗ. Харьковский велосипедный завод. Самая тяжелая часть, нагруженная, вот я за нее и буду рассказывать. Это вот педали. Шатун наш. Вот он шатун. Придает нагрузку. Поэтому постоянно надо следить. Причем усилия, как видите, вот я одеваю его. Это клин, который служит для крепления шатуна нашего. Значит, вот усилие передается прикручение именно вот этой вот плоскостью. Вот она. И здесь постоянно самые максимальные усилия. И, как видите, вот я вставляю клинушек. Вот он здесь изнашивается. Вот так вот входит он. И, как видите, вот он здесь и происходит износ. Продлить службу клина можно два раза, если поменять его местами, вставить с этой стороны. Вот так вот. И закрепить. Дело в том, что самые клинья, они должны изнашиваться. Я вот сейчас вам покажу на столе здесь. Вот так вот. Несколько разных. Видите, это уже самодельный клин. Из болта М10 сделанный. Вот он. Болт М10 был 17. Под ключ 17. Видите, вот изнашивается. Здесь износился. Это уже тоже, смотрите, до какой глубины был изношен. Вообще до предела почти что. Еще несколько штук могу вам показать. Вот. Здесь вот изношенный был, но взяли, перерезали резьбу М6. Смотрите. Потому что резьба проваливается, видите, вот. М6 слабенькая резьба, не годится. И вот еще один клин. Видно, вот, изношено здесь. Здесь вот изношено. Но можно, конечно, сделать сваркой, наварить его, зачистить и все делать. Но зачем? Это вещь сырая. Она должна быть сырая. Твердость вот. Вот это должно быть. Почему тут стоят подшипники, шарики? Они твердость там больше 62 единиц по Бринелю. Твердый должен быть вал, потому что подшипники бьют по нем. А это клин. Он и должен, он стоит копейки, 6 гривен на Барабашова. Их можно десяток взять и поездил сезон и выкинул. Я вам предлагаю экономию не доводить до такого состояния. Поездил с этой стороны сезон, перестав на эту сторону. Если хорошая резьба будет, то вам еще хватит на второй год. Поэтому этот клин я вставляю с этой стороны. Вот так вот. Обязательно шайба должна быть. Простая шайба. Гровера здесь не надо. И затягиваем гайк. Ключ сюда идет рожковый на 11. Вот он. 11 рожковый ключ. И он спокойно затягивает. Можно чуть-чуть пристукнуть, но не сильно. Оно выберет свои
зазорчики и сделает натяжение, когда вот такого люфта не будет. Поэтому спокойно можно закрутить. Конечно, люди или есть подкладывают пластины туда под это, но еще можно поджать. Главное теперь задача следить, чтобы вот эта гайка не раскрутилась, чтобы она не болталась. Так, еще хотел вам сказать, сделайте по центру, надо было сделать отдельно на чем-то тяжелом, по центру должен быть удар кернышком. В следующий раз вам будет легко ставить по центру и выбить его. До такого износа не надо доводить. Поездили сезон, переставили. Поездили сезон, выкинули. Поставили лучше новый и радуйтесь жизни. Спасибо. Пока.